Александр Павлович Кичик. Родился 1 июля 1924 года. Воевал на Южном фронте, 4-м Украинском и в городе Мелитополь. Награжден орденом Великой Отечественной войны 2-й степени, медалью за победу над Германией, медалью Жукова, орденом Дружбы народов и юбилейными медалями. Проживает в поселке Черноморском под чутким вниманием близких. Уважаемый Александр Павлович, вы настоящий герой. Благодарим вас за жизнь, которую вы нам подарили. Примите наш низкий поклон. С Днем Победы! Рад празднику сегодня каждый, а ветеранам честь всегда. Сюда война пришла однажды, они страну спасли тогда.